Подмосковье с 1 августа возобновят реализацию проекта «Активное долголетие» для пожилых жителей региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом жителям региона старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, нужно будет соблюдать режим самоизоляции до 9 августа. Занятия проекта временно остановили еще в марте во время пандемии COVID-19. Участники проекта могли заниматься онлайн. Возобновление полноценной работы было отложено до улучшения эпидемиологической обстановки. Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года. Благодаря проекту старшее поколение жителей может проводить время с пользой для души и тела. Занятия в рамках проекта проводят бесплатно.